сейчас самое сладенькое. Буквально через минут 20 начнем. Доброе утро. План сегодня. Сейчас три круга разминочных бежим. Здесь разминаемся. И 6 километров. Плюс 140. Потом прибегаем здесь с комплекс упражнений. Поехали. Slow yourself down. Yeah. Слушай, там элементы, там кирпичный. Готовы? Приготовились. Стоп, 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 линия. Нет. Заново, подождем. От линии по свистку. Дисциплина. Готовы? Да, я Wolverine или Superman, you know? And he's Ant-Man. Начало предсезонки всегда, в первую очередь, мы выясняем, в каком состоянии ребята подошли. Вчера провели ряд тестов, сегодня у нас первая тренировка. Вот здесь мы, как и во всей предсезонной подготовке, закладываем фундамент. Вот, но сразу не форсируем, потому что, в принципе, довольны состоянием ребят, но есть моменты, где нужно потихоньку втянуться в этот процесс. У нас первый цикл четырехдневный, это тренировки двухразовые. На земле здесь с нами 27 человек. С 20 числа выходим на лед. Два микроцикла будут, двухразовые также тренировки. Утром лед-зал, вечером лед-зал. Уже будут 36 человек. Возьмем молодых ребят с Челмета. Они сейчас также готовятся по своей программе. А? Дети, Слава, добавляем. Есть? 140, 170. Это Роман Вилл, это мой лучший друг. Не спешите, опустились. Вторую, поехали. Чего? Красота. Пока непонятно, но так в целом хорошо. Себе уверен. Как самочувствие? Готов. Самочувствие? Да прекрасное, прекрасное настроение. Выходим из отпуска. Собрались всеми с ребятами вместе. Уже с кем-то успел пообщаться, с кем-то еще нет. Так, хорошая атмосфера всегда. Радостная и приятная. Здорово, все на позитиве, все довольны, работа хорошая. Вот, ждем вечерний тренировок, сейчас надо отдохнуть чуть-чуть. И вечером снова потренироваться. База нормальная, в принципе, стандартная, наверное, вот, поэтому все устраивает, все хорошо. Также можно поближе пообщаться с ребятами, которых я не знаю, познакомиться где-то.
тормозом, тормозом, до линии, ребят, до линии. До линии, ноги меняем туда. Давай. I just heard 6K. It says